Всем привет! Вы уже могли видеть на нашем канале несколько поделок к Пасхе. Ссылки на них я оставил ниже в описании, можете их посмотреть. Но сегодня, исходя из результата вопроса наших зрителей и по просьбе Анны, мы сделаем еще одну очень простую, но симпатичную поделку с сюрпризом к Пасхе. Друзья, вы на канале Лайк ТВ, и сегодня мы сделаем пасхального зайца из полотенца. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что мы сделаем нашего зайчика двумя способами. А какой заяц получился симпатичнее, решать вам. Напишите нам об этом в комментариях. Ну что же, давайте делать зайчика. Для этой поделки мы подготовили полотенце или салфетки из микрофибры, канцелярские резинки, ножницы, атласная лента, цветные булавки, глазки, двухсторонний скотч и яйцо-сюрприз. Берем полотенце или салфетку из микрофибры размером 30 на 30 сантиметров и, соединив два противоположных угла, складываем по диагонали. В моем случае это салфетка из микрофибры. Полученный треугольник мы сворачиваем в полоску, сложив 3 раза. Яйцо размещаем посередине полоски. И канцелярской резинкой закрепляем в таком положении. Вот что получилось. Теперь второй канцелярской резинкой мы отделяем голову от ушей зайчика. Вот так вот. Носик и глазки зайчика делаем из булавок. Втыкаем их острыми концами вглубь поделки, чтобы никто не укололся. Берем атласную ленту шириной 6 или 5 мм и, обернув вокруг шеи, прячем под ней канцелярскую резинку. Завязываем обычный двойной бантик. Лишние концы мы обрезаем ножницами и оплавляем края, чтобы не распускались. Вторую резинку мы точно так же прячем под лентой, концы которой обрезаем и обрабатываем огнем. Первый вариант зайчика готов. Давайте сделаем второй вариант. Для этого мы купили самые простые глазки для игрушек в магазине фурнитуры. Прикрепим их двухсторонним скотчем, а не клеем. Когда пасхальные праздники пройдут, мы зайца разберем и сможем использовать салфетки по назначению. Вот и все. Наш второй зайчик готов. Тоже очень красивый, не правда ли? Друзья, напишите в комментариях, какой из вариантов вам больше нравится. Зайчик с булавками или с глазками для игрушек. Если вам понравилась поделка, то ставьте лайки и обязательно подпишитесь на канал, потому что впереди самые интересные поделки. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всем пока. До новых встреч, друзья.